Более 15 тысяч детей-беженцев из Украины находятся в пунктах временного размещения в России. Сотрудники УФМС совместно с киностудией «Союзмультфильм» решили отвлечь ребят, которые из-за военных действий в их стране оказались в сложной жизненной ситуации. Замена трагическим новостям – самые новые выпуски знаменитого мультипликационного журнала «Веселая карусель». У нас через день показывают мультики, и мы очень этому рады. Знаю, что нам скучно, и по телевизору не показывают никаких мультиков. Нас мы приходим, они очень любят, и младшие любят мультики смотреть, вот, и старшие, тут, когда танцы, тут, ну, типа дискотека для детей, вот, они любят потанцевать, попрыгать. Сборники предлагают ребятам поучительные, веселые и красивые мультфильмы, выполненные в самых разных техниках. В числе подготовленных к показу мультфильмов есть и работы, получившие престижные награды международных фестивалей в 2014 году. Такие мультпоказы проходят во всех городах России, где постоянно проживают или временно находятся дети из Украины.